В 2021 году повысят пенсию по старости. Об этом сообщили в Минтруда России. Так, среднегодовой размер страховых выплат у неработающих пенсионеров составит 17 443 рубля. Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные на 2,6%. В следующем году на эти цели планируют выделить 7,8 триллиона рублей. Пенсионный фонд России обеспечит выплату для 43 миллионов человек.